Сейчас я просто не хочу далеко заходить, но в Тбилиси, в Грузии есть молодежь, которая после войны, не участвовали в войне, родились после войны. Они публично высказывают, не раз я своими ушами слышал и видел и так далее. Есть силы, которые готовы признать обстоятельства. Есть такая группа, особенно среди молодежи и так далее. Ну, не обязательно все афишировать, не обязательно все здесь писать. Можно же работать, надо работать по всем направлениям. И официально, и неофициально, как угодно. Это есть дипломатия разного уровня. Поэтому все, что вы здесь говорили, все в целом правильно. Правильно, это урок и на будущее. На самом деле, судьбоносные вопросы мы должны обсуждать вместе. Сколько возможно, конечно, сколько нас, столько мнений, но мы еще должны уметь главное выделить из этого и дать этому главному ход. Мы вас пригласили из добрых намерений. А почему вот это весь коридор занят очень симпатичными, хорошими людьми, нормальными людьми? Зачем это нужно? С какой целью это вы сделали? Гублодеры. Пускай подождут там в офисе и расскажете, что было. Для чего это вы делаете?